история России, которую мы с вами изучаем в школах и в высших учебных заведениях, по которой наши историки пишут свои диссертации разного уровня и становятся академиками, получая государственное финансирование пожизненное. Так вот, история нашего государства построена на так называемых древнерусских летописях. Древнерусские, конечно, нужно взять в кавычки, потому что все летописи, они относятся к христианству или другим религиозным течениям, которые к русскому народу никогда не относились, никаким боком и никогда относиться не будут. Все это Ближний Восток или другие формы застенного какого-то проявления. Все это выдумки. И вот, чтобы не быть голословным, давайте немного углубимся в источниковедение. Откуда же пошли все эти летописи, как с ними работали, как все это формировалось, кем формировалось. Давайте сделаем небольшой экскурс в саму эту историю русской истории. Основоположником исторического изучения русского языка и древнерусского летописания является академик Алексей Шахматов. Многие слышали про него, думают, что действительно это русский человек, который с честностью относится к русской истории, однако нет, родился в дворянской семье Шахматовых. Мать урожденная Козен, то есть понятно, вспоминаем здесь нашего Жириновского, а отец юрист, естественно, Шахматов. Ну и остальная семейка, она, в общем-то, такая же. И самое интересное, опуская все эти ближневосточные корни и происхождения, естественно, обучался он где-то там за рубежом, поэтому и стал таким умным. Но вообще всегда меня интересовала одна маленькая вещь. Все учебные заведения, которые есть за рубежом, они такие грозные и такие древние, и никаких выдающихся результатов от них нет. Ну, давайте вспомним любой наш вуз. Ну, допустим, Бауманский университет. На нем, на его выпускниках, построена целая космическая и военная индустрия нашей страны. И с учетом уворованных технологий демократами, да и не демократами тоже, такие же отрасли большинства выдающихся лидирующих стран мира, ну, допустим, той же тройки или пятерки. А где вообще проявился этот Гейдельбергский университет, который закончил Шахматов? Ну и что, что он его закончил? Нам-то чего от его немецких похождений, в кавычках, конечно? Почему он не закончил какой-нибудь русский университет и уже потом стал бы изучать русскую тематику? А так, получается, занимался все время немчурой и начал нам здесь права качать и стал основоположником русского языка и древнерусского летописания. Вы представляете, это обалдеть просто. Очередной немец приехал к нам, выделил себе нишу для того, чтобы с ее помощью разворовывать российский бюджет, и стал сочинять всякую фигню типа словарей на языке, на котором он нифига ничего не понимает. Мать Козен, отец юрист. Какой из этих языков знал как основной Шахматов? Козенский или юристский? Явно здесь русских-то нет. Ладно, самое главное здесь вот что. Он стал основоположником древнерусского летописания, изучения исторического. И стало это примерно в районе его 25-35-летия. Это значит примерно 1900-й плюс-минус, со всякими разбегами, 1900-й год. 1900-й. То есть это до революции, но это год нашей эры. Нашей эры – это не те 2000 лет туда, в глубину, а это именно наша эра. И самое интересное, что, представляете, как бы до Шахматова наша русская государственность
именно государственные нужды, как-то не имели научного основания для изучения древнерусского летописания. Никто за все эти века, пусть будет тысяча лет хотя бы, ну хотя бы тысяча лет, никто из царей и императоров за тысячу лет не соизволил изучить наши исторические источники. Как они управлялись государством, как они определяли, где проходит граница, какие у нас взаимоотношения с соседями. Допустим, был какой-нибудь там Казахстан, которого, естественно, не было в те времена, но, допустим, вот он был, условно. И, естественно, на казахско-российской границе нам нужно было выстраивать какие-то отношения. Где наши императоры брали данные об этих взаимоотношениях? Где они брали разлиновки этой границы, какие-то предыдущие обещания политические и неполитические, движение товаров, договоренности, договора, где все это было? У нас что, до 1900 года государственная машина не работала вообще? Вы только подумайте, Шахматов стал основоположником древнерусского летописания, изучения древнерусского летописания. А раньше до этого что, никто не догадался? Никто не стал изучать древнерусские летописи, потому что никому не интересовала древнерусская история, что ли? Вы только сами вдумайтесь в эту ситуацию. Русь, русская империя, забрала под свое крыло Сибирь, огромную территорию Сибири, на которую сегодня только ленивый не точит свои какие-то там лясы. Так вот, какие документы для этого были составлены, потребовались, и вообще какие документы находились в распоряжении наших императоров, чтобы они могли показать каким-нибудь джусам, то есть татарам, что вся эта территория-то наша, оказывается. А вот, например, те же якуты были и не в курсе, что, оказывается, их-то забрали русские, а они типа отдали, как коренной народ, отдали свою территорию нашим императорам. А может быть, и не было никаких якутов-то? Может быть, вообще все было по-другому? Так вот, первое, предлагаю вам задуматься не сейчас, чтобы вы ответили, вот пока идет эта трансляция фильма, не сейчас, а через какое-то время, лет через 5-10, сами себе попытались ответить, как может работать государство без исторического официального государственного обеспечения, без документов и без соответствующих исторически оформленных актов. Как может работать реальное государство без этих бумаг? Мой ответ, естественно, никак. И, естественно, пока вы будете думать над этим своим вариантом ответа, вы уже поймете, что здесь начинается первая графа лжи. Ложь – это то, что до Шахматова была нормальная историческая наука, а потом этот парень по фамилии Козен по материнской линии приперся откуда-то и начал здесь устраивать свои исторические права и правила. Выдумал полностью какую-то историю и стал ее основоположником. Это первое. Теперь второе. Обратимся еще раз к этой дате. 1900 год. Это начало исторического изучения русского языка и древнерусского летописания, да еще и литературы. Что интересно в этом? А то, что до 1900 года не было самого предмета для изучения. Я думаю, что Шахматов был не самым хитрым, и если бы этот предмет был действительно на поверхности, то есть находился в доступе для изучения в таком же разрезе, как его изучал Шахматов, то нашелся бы хитрый такой же немец, какой-нибудь другой немец, конечно, в кавычках, ближневосточный немец, который тоже стал бы изучать такие же материалы и пришел бы к тем же выводам и построениям. Но проблема в том, что до 1900 года никаких летописей древнерусского происхождения не существовало. Их еще одесские, как бы их назвать-то, умельцы не выпустили в свет. Еще не было такого колоссального количества подделок,
выпущена в научные хождения. И вот такие, как Шахматов, они ввели все эти ложные древнерусские летописи, древнерусские, естественно, в кавычках, в научный оборот, заработали себе на этом какой-то мнимый авторитет, а теперь все остальные люди вот этого самого слоя академического, они ссылаются на его авторитет, и никто из них никогда не видел никакой реальной летописи в ее первоисточнике. Это прекрасно в своем фильме показал юморист Задорнов. Он пришел в тот самый архив, где хранилась одна летопись, которая описывает появление Рюрика на нашей территории, и показал, что там на бланке, где отмечается, кто взял, кто вернул эту летопись, стояла только одна фамилия перед его фамилией. То есть за все эти годы, послевоенные и даже довоенные, пока существовала и существует эта летопись как первый источник, один ученый только ее какой-то посмотрел, и тот не с особенно большим именем, я, кстати, его даже не запомнил. Один. А все остальные, если они и ссылались на эту летопись, а болтовни-то вокруг этой летописи и Рюрика дофига, то они все ссылались друг на друга, не рассматривая этой летописи в первоисточнике. Я тоже ее не видел, поэтому я ее никогда не комментирую, я не знаю, что там написано, и у меня нет по ней никакого мнения. А вот по пулу летописей мнение складывается весьма однозначное. Так вот, еще раз к дате обращаемся. Формирование всего этого изучения древнерусских летописей началось в 1900 году. До этого никаких летописей в широком научном обиходе не было, и не из-за того, что они где-то там пропадали. Если бы они были в реальности, то попы бы ими уже трясли, как крестами, как сегодня это происходит. Просто Одесса не успела выпустить подделки на научный рынок. И вот теперь давайте посмотрим саму структуру этих летописей. Вот такая у нас структура, она представлена в той же самой Википедии, поэтому за достоверность обращайтесь к ней, но я думаю, что вот такую схему в состоянии составить даже те ребята, которые наполняют эту Википедию. Я думаю, что здесь глобальных ошибок нет. Давайте посмотрим, как она устроена. Значит, что у нас здесь есть? Черные точки – это непосредственно летописи, чьими текстами наука, конечно, в кавычках, располагает. Белые точки, то есть под цвет тону. Вот я мышкой, лапой показываю вам, специально покрасил в зеленый цвет, чтобы вы белую лапу видели более отчетливо. Так вот, белые точки – это реконструируемая летопись, так называемый протограф. Неправильное название, потому что протограф – это первоначальный источник, который существует. А здесь как бы мнимый протограф, которого нет, но вот наши выдающиеся исследователи летописей утверждают, что он был. С 21-20 веков они утверждают, что начальный свод, то есть это самый первый, он существовал уже в XI веке. Вот у них есть такая машина времени, и они гоняют на ней туда, в нашу древность. Но к этому мы еще вернемся. Основные связи обозначены черной полосой сплошной, а предполагаемые связи, то есть фантастические связи в худшем наполнении этого термина, они обозначены прерывистой полосой. Человек, если не посмотрит на эти обозначения, то он воспринимает вот эту всю картину как единое целое, которое существует одним сплошным месивом. И, естественно, он воспринимает все эти линии, как бы они ни сочленялись между собой, как единое целое, правильное, достоверное и изученное академической наукой и ею же полностью везде подтвержденное. Давайте посмотрим с конца, насколько все это достоверно. Теперь вы знаете обозначение и можем идти изучать всю эту билиберду. В XVI веке, вот у нас дата слева, в XVI веке вы видите, как стоят внизу
все черные точки. Вот они все, 6 штук их. Это уже те самые летописи, которые сегодня якобы имеются в распоряжении ученых, и эти тексты реально существуют. Видите, у всех идет дата ее составления 16 век. 16-й. Напомню, все летописи были обнаружены в 17-18-19 веках. Так говорит официальная наука. То есть то, что было напечатано в 16 веке, и то, что было обнаружено в 17-19 веках, это две большие разницы, которые невозможным образом рассредоточены вот таким образом. Найдены физически тогда, в 19-18-17 веках, описали их якобы в 16 веке. Ну, допустим, это каким-то образом было правильно, хотя совершенно непонятно, почему в XVI веке вдруг наши христиане перестали писать летописи, почему все это оборвалось, почему ни одна из 6 летописей не продолжилась куда-то дальше. XVI век по сегодняшней истории ничем не примечательный, ничего там такого не случилось. Да, конечно, Рюриковичи уступили свое кресло в виде царя, свое царское кресло уступили Романовым. Романовы с 1613 года, с начала 17 века, начали свое восхождение на трон. И вот тогда-то стали находиться эти самые русские, в кавычках, летописи. Почему-то во времена Рюриковичей эти летописи не находились. А якобы во времена ранних Рюриковичей эти летописи писались. А почему-то во времена Романовых летописи перестали писаться, но стали находиться в рюриковичевском исполнении. То есть вы понимаете, Рюриковичи писали историю для Романовых. Романовы свою историю перестали писать и непонятным образом перешли на какое-то совершенно другое изложение всей этой галиматии. Итак, да, кто-то сейчас скажет, что там пошли какие-то государственные акты. Все это, конечно, да, может быть, они и пошли, но тогда скажите мне, а нафига вообще все эти летописи? У нас чего? Вот в эту дату, в нижнюю дату, середины 16 века, у нас что, вдруг резко произошло осознание правящей верхушкой, что надо теперь переходить на какие-то другие государственные светские бумаги? А до этого никак все это не переходилось, что ли? У нас получается так, что завоевавший полмира рюриковский клан, он почему-то опирался на христианские летописцы. Хотя сам Рюрик христианином не был, и при нем христианства на Руси не было. А вот почему-то Романовы стали свои бумаги вести гражданским образом и перестали опираться на христианство, которое при Романовых и появилось здесь, если уж верить всем этим ляпам в истории. Давайте проследим теперь вот эти все связи, которые получаются из этой схемы. Ну, прям по порядку. Вот Воскресенская летопись, она восходит к протографу. Протограф обозначен белой точкой. Вот она. Что интересно, давайте будем подходить к нашему исследованию таким образом, что если источника, реального источника в виде протографа нет, то это линия исследования для нас умирает, мы больше ее не смотрим. И на выдумки дальше не идем. Кстати, этот такой прием уже использовали товарищи Козыны, ближневосточные, которые, когда они делали теорию иврита, они создали мнимую семью языков, в которую вошли 2 или 3 десятка выдуманных ими древних языков. Все эти древние языки, все как один, почему-то оказались мертвыми, вымершими. И только один иврит, он оказался вымершим, но реконструированным, вот как эти протографы, в 20 веке. И теперь считается официально, через эту реконструкцию, что иврит возник в 3-м тысячелетии до нашей эры, и ему якобы 5000 лет.
Вот какой прием. Он здесь применен. Вы видите, что воскресенская летопись имеет черный цвет кружочка, а ее протограф белый. То есть она как бы упирается в белый, в несуществующий кружочек, но потом опять идет к какому-то существующему, а потом опять несуществующий. Так, чередуя кружочки по происхождениям, она приходит куда-то туда в древность, и в принципе мы должны доверять и верить этой постройке, что якобы вот эта вот воскресенская летопись, она такая вот древняя, имеет древние какие-то корни. На самом деле это просто подгонка. Это, как говорится, мнение тех людей, которые чертили эту диаграмму. Не сегодня, конечно, а вот в те 1900-е годы. Итак, вырубаем из нашего исследования эту воскресенскую летопись, потому что она идет к белому кружочку, то есть она является результатом обмана. Дальше. Степенная книга. Она ни к чему не идет. Слева она связана с воскресенской, то есть с обманом, а справа она идет к никоновской. Значит, степенную отметаем, потому что она вторична по отношению к никоновской. Берем никоновскую. Она идет тоже к тому же протографу, а также к новгородской пятой летописи, вот у нас связь, и к симеоновской тоже летописи, вот у нас еще одна связь. Еще одна четвертая, даже пятая связь идет вот к этому белому кружочку, Кир-Бел, я сейчас, честно говоря, не помню, как это называется, но неважно. Он тоже мнимый, и последняя, шестая связь идет к русскому хронографу, вот сюда направо. Из этих всех шести связей одна идет в будущее, и пять идут в прошлое. Из пяти три реальные и две мнимые. Две мнимые мы отбрасываем, остаются три реальные. Смотрим их. Самая левая к новгородской пятой летописи. Она идет в 15 веке к реальной книге, вроде бы, но эта новгородская пятая летопись упирается в пустой белый кружочек в том же веке, новгородская четвертая летопись. Значит, эту линию мы отбрасываем, потому что она упирается в несуществующий протограф. Берем вот эту линию, которая упирается в симеоновскую летопись. Эта летопись существует. У нее есть две своих связи. Одна в московскую идет, вторая в троицкую. Обе связи рабочие. Вроде бы, но московская упирается в два пустых круга, вы видите, я вам их показываю, в протограф великокнижеский и протограф московский. Может быть, кстати, некоторые сокращения я говорю неправильно, вы уж меня извините, я вам дам потом список этот. Просто я их даже не пытался запомнить, чтобы себе голову не замусоривать, но здесь, получается, вот эта левая часть связи, она упирается в два пустых круга, мы ее тоже вычеркиваем, потому что она нам не нужна, она лживая. Остается одна связь в троицкую летопись, которая ведет. И у нас никоновская летопись соединяется этой связью только реально с троицкой, а правая ее часть, которая идет через русский хронограф и через сокращенные хронографы, опять вот к этому Кир-Белу, который является пустышкой. Поэтому никоновская летопись у нас имеет одну рабочую связь реальную. Это троицкую летопись начала 15 века, ну, типа этого. Запомнили, все, одна. Дальше мы вот из этих шести начальных проверяем еще русский хронограф, он упирается в пустышку белую. Также устюжские тоже в пустышку, и тверские тоже в пустышку. Все это отбрасывается. Итого у нас на сегодняшний день есть реальные из летописей только никоновская летопись XVI века, которая имеет свой прототип, протограф в виде троицкой летописи. Все вот эти остальные навороты, все, что есть здесь справа от троицкой летописи, вот она, троицкая летопись, и слева от нее все это выдумки, потому что к ним не подходит, не обращаются никакие сегодняшние книги. И то, что вот, например, новгородская первая летопись младшего состава, она вроде вот существует сама, но к ней идет связь через три пустых
круга, то есть она никаким боком ни с чем не связана, и она идет либо сама по себе, либо ее вообще никогда не было. Так же и вот в правом крыле. Но все равно мы тоже там дальше посмотрим еще и это. Итак, у нас осталась Троицкая летопись. Куда она приходит? Пожалуйста, протограф. Лаврентьевская и Троицкая летописи «Пустой кружок». То есть Троицкая летопись, единственная, которая для нас была внизу реальной, она приходит в пустышку, которая не существовала. И также у нас новгородская первая летопись младшего созыва, так скажем, она тоже приходит в какую-то новгородскую первую летопись старшего созыва 13 якобы века, который тоже оторван от всего, и вот они вдвоем здесь между собой какие-то связи, после них эти связи пустышки. Опять же, пустышки. Ипатьевская летопись, вот она здесь стоит одна, от нее больше нет ничего. Лаврентьевская здесь тоже стоит одна и упирается в ту самую пустую. Вот эта связь московская, академическая, мы ее уже отбросили. Почему? Потому что она с двух сторон упирается в пустышки. И здесь пустышка, и здесь пустышка. То есть она упирается на две пустышки, которые не существовали, и никак она не введена никуда. И что у нас получается? В результате, вот еще, кстати, эти пустышки, они идут вот туда, наверх, на самую глубину всего этого свода, на самую древность, в XI век, но к пустышке. И вот эти две повести временных лет второго и третьего созыва, они тоже упираются в пустышку. И вверху в древности упираются в пустышку, и в новое время, так скажем, в более молодое время, они тоже упираются, одна упирается в пустышку, другая упирается непонятно в какой тупик, и это тоже в тупик. Может быть, нам хотят навязать, например, что Лаврентьевская летопись, вот эта вот черненькая, что она сама по себе существует, только у нее не существует протографа. И якобы вот эта вот именно книга в этом исполнении XIV века, вот она существует действительно там в каком-то книжном переплете. Может быть, нам хотят из этой схемы сказать именно это, но вопрос стоит совершенно по-другому. Дело в том, что в любом случае у этих книг нету протографов, нету. А проблема заключается в том, чтобы написать книгу, которая вот летописи, например, то там нужно указать и события какие-то конкретные, и даты. А проблема заключается в сопоставлении того, что написано в летописях, и того, что написано в берестяных грамотах. Берестяные грамоты, которые исследовал я, они вот по эту границу, вот по эту. То есть до начала XIII века. То есть это самое время, когда вроде бы существовали все эти протографы, которые были в составе четырех штук, из них два протографа пустышки и два протографа реальные, исходящие из пустышек. А берестяные грамоты нам говорят, что была совершенно другая история, которая была вот в этих текстах этого времени. И вообще-то правильно было бы сделать так, чтобы такую же историю и источниковедение указать было бы рядом и написать. Вот здесь, вот на этой территории, что существуют берестяные грамоты, друг от друга они идут вот туда, и где-то должны были бы эти грамоты и эти летописи соприкасаться на какой-то вековой связи, чтобы мы могли сравнить какие-то события, указанные в этих летописях и в этих берестяных грамотах. Такого никогда не проводилось, а я в своей монографии попытался это сделать и понял, что летописи пишут об одном, о чем-то, о выдуманном, о какой-то Луне, как будто наши все историки побывали как незнайка на Луне и рассказали какие-то небылицы. А берестяные грамоты описывают реальную жизнь русского народа именно в это время, 10-12 века, то есть вот эти вот первые две ступени нашего исторического развития, не упоминают никаких Владимиров и тому подобное, не упоминают никакого крещения, не упоминают никакой Киевской Руси, и описания, которые содержатся в берестяных грамотах, они основаны совершенно на других событиях, и самое главное, что в них совершенно другой настоящий русский язык,
как и сегодня. Поэтому Шахматов, как изучатель и первоположник русского языка, он здесь, конечно, ну никак не фигурирует, потому что, во-первых, он сам был немцем, и, во-вторых, он русского языка и не знал. А то, что он там делал, это было выгодно самой академии, самому университету. Но русским людям, я не знаю, все вот эти истории немчуры, они нам только заслоняют нашу настоящую историю. Поэтому вот эту схему поизучайте без меня еще поподробнее. НИС здесь не очень интересен, это уже путай-путай система, это когда уже, знаете, когда в Одессу спустили специальный заказ на изготовление подделки, то это было вот начало, начальный свод. А когда вся Одесса уже узнала о том, что есть такой заказ, они начали лепить подделки, кто во что был гораст, и наделали вот такой фигни, пожалуйста, на любой спрос, в любой обертке, любыми буквами, как хочешь, с упоминанием, с неупоминанием, что хочешь, вот тебе целых здесь, наверное, штук, наверное, 40 вариантов, пожалуйста, на любой вкус. Вот так делаются подделки, также они производятся и в наше время, и вся эта история так называемых русских летописей – это полная профанация исторической науки, это абсолютная ложь российской истории, это подлейшая фальсификация нашей с вами памяти и 100% антигосударственная деятельность научного состава немецких подданных.